Сегодня в очень теплой и уютной атмосфере, укутавшись в зимний пуховичок, буду переписывать вокалы к песне «Летят огни». Ну, переписывать, потому что писать, ладно. Песню это вы уже знаете, но чуть-чуть будет по-другому, наверное, как получится. Блин, ну в куртке, конечно, тепло, но она такой интересный эффект придаст песне. Очень надеюсь, что сегодня последний день записи альбома. Вот. Да, не точно. Дай хватит. Дед, пожалуйста, хватит. Эти видосики уже перестают быть смешными. Летят огни. Ой, понятно. Нет, это был не последний день записи. Сегодня мы продолжаем, потому что в тот раз я, видите ли, не пелась мне. Вот. Поэтому сегодня мне в помощь, где мой волшебный эликсир? Вот он, наш местечковый патриотизм. Носить мерч красного мишки. Сейчас у блогеров, прости, есть тема, короче. Здравствуйте, меня зовут Лена, это мой первый бокал. К сожалению, первые 10 я уже пропустила, поэтому... Здравствуйте, меня зовут Лена, это мой 10-й бокал. Я же типа блогер, да, я же, мы же, вот, у нас сегодня аншлаг, порнуху. Порнуха это по части Максима, как мы выяснили. А то, что они там орут, этого слышно не будет, а? Вот сейчас они прям подо мной, явно что-то там вот пол ломают подо мной, понимаешь? Нет, это не пол скрипит, это они подо мной звуки издают. Я реально перфоратор под ногами чувствую. Передаю привет ребятам снизу, да. Лёша, Пелагея, Максим, привет. Ну ладно, девочек не трогаем. Лёша, Максим, привет. Коньячок, давай. О, волшебный эликсир, волшебный эликсир. Летят огни, летит слепящий свет навстречу. Надо было раньше начать бухать, да? Лет в 15 там. Мне главное с этим делом вовремя остановиться. Да, вспоминаю 3 бутылки воды, которые определяли сложность песни, а тут, блядь, чувак... Самая сложная песня на этом альбоме. Мышцы набираются. Я тут полгода в качалочку хожу. 150 килограмм на становый и 130 килограмм на присед. Это твой вес так меняется в зависимости от станка? От штанги 150-130, да? Девчонки, обратите внимание. Не просто зачеркнуть и с памятью расстаться. Ну, у меня своя кукушечка еще поехавшая, малость. Ну, не малость, а... Чё ты говоришь, Макс? Я разные шутки люблю, гадкие тоже, давай. Я гадкие тоже люблю, давай. Давай! Здравствуйте, меня зовут Лена, и свой последний бокал я тоже пропустила, как и первый.